примерно в 500 метрах оттуда расположен, между прочим, центральный офис ГАИ России. Ну, хоть бы там, в радиусе, там, 500 метров. Определенная привычка. Да. Наведите порядок, ребята. Вот интересно, у здания Министерства внутренних дел залеплены номера есть, нет? Ну, это так, это... Юр, вы знаете... Мы с вами договорились. Доступа к компьютерной информации. Добавлю в отношении студента избранный мер пресечения в виде подписки о невыезде. В 2014 году цены на бензин в России могут вырасти до 15% на фоне налогов. Что-то папу засмущало, и он отказался. Это, наверное, единственный такой вариант, от которого я ушла. Блядь! Нет! Урод, ну что ты наделал?
увидел бы, как меня разбивать. Да ты чё, как настроение-то? Все нормально? Не гуна. Ох, красиво как получилось. Ё-моё. Вот это видео заснял я такое. Ёх. Летел, летел. А? Нет, нет, я домой вот еду тут потихоньку. Паяльный потом нас раскуяли и все завелось. Буду хуярить. Я хуярит, блядь. Ебать, блядь. Пиздец. Ебать. Все нормально? И его политические противники. Главной целью конференции заявлено формирование переходного правительства. Общее мнение экспертов относительно урегулирования обоих ближневосточных конфликтов. Их немного, излагают московские новости. Напоследок заглянем в деловую газету РБК «Дейли».